такой офигенный бургер. Thank you.
Thank you.
Кто не
Фонарик.
Я уже 40 минут здесь, я красавчик. Мы рады. Гордо спасибо, что вы вместе с нами, и что-то мне подсказывает, что своими
свет и своей поддержкой вы будете создавать эту теплую, по-настоящему домашнюю атмосферу. Спасибо. Сегодня нас с вами ждет самый первый и самый зрелищный день командного турнира. Это прыжковый турнир. И сегодня с нами двукратный олимпийский чемпион Максим Крайков.
Призер этапа гран-при Майя Крамер. Остаются на ледовой сцене, и начинайте развивать.
друзья, мы начинаем наш прыжковый турнир с парного катания. Первый начинает команда «Красных». Кто из вас, ребята, начнет? Так, Евгения Тарасова, Владимир Козловский, чемпион России, чемпион Европы.
во многих телевизионных проектах мы часто выявляем эту фразу, но сегодня будут эти шумные слова. Самое главное, два вопроса были сделаны. Да, выбросы сделаны. Блестящий Саша, большая молодец, поборолась. Дима немного за нее переживал, бросился, меня чтобы поздравить. И, к сожалению, споткнулся за одну из линий на льду. Тренер, который уходит.
спортсменов и группа Метерики-Дисциплини, Сергей Кулаков и Леша Тихонов. Так, оценка растет, оценка уже 36-66. 9
Так разминка заканчивается. Мы благодарим заранее всех спортсменов, которые принимают участие в нашем турнире. И посмотрим, сейчас будет настоящая огненная битва. Итак, начинает команда «Синий». Итак, кто же первый выйдет на этот лёд?
еще одна из юных участниц нашего турнира. Двукратная победительница первенства России среди юниоров. Thank you.
Итак, красная команда должна все-таки побороться. Итак, красная команда усилий. Интересно, кому же выпала честь открывать второй разбег? Я вижу, это он, Макар Игнатов. Поддержи Макара! Thank you.
Итак, ждем следующего участника из команды «Красный».
раунд, а в этом раунде будет разыгрываться целых 2 балла.
две разных песни группы, но молеют здесь. Все сегодня как одна большая, очень дружная семья. Вот он, чистейший тайный клуб. Немножко неудобно было ходить на второй, поэтому случился нейтральный клуб по окончанию четвертого, а всего лишь двойной клуб. Но это не остановило Макара. Оллер, профессор, и здесь, казалось бы, уже тоже все. Но нет, он сделал напоследок тройной рейтинг. Итак, повторим детский подсказ. Четверной клуб, двойной клуб, Оллер, профессор и тройной рейтинг. Какое-то безумие проходит. В эти последние минуты здесь, на ледовой сцене, потому что такого поэти никто никогда не увидит. Очень хороший результат. И, конечно, дает шанс команде
модель очень творческая натура. И буквально, когда мы ее вам объявили, она уже была готова к исполнению своего рассказа. Вот, и получился первый, как мы понимаем, шугарный дух. Но это не остановило спортсменов, затем был тройной дух, еще один тройной дух, Оля. И тройной сальто. Четвертый день прыжка. Но, к сожалению,
юная звездочка фигурного катания. Лучшая юниорка по России Софья Акатьева.
Итак, правила этого раунда. Время, серебряные такие пенальти. Нужно исполнить, защищать цвета своей команды. Итак, команда, сделали ли вы выбор? Я вижу, как Александр Самарин шутит Марку Кондратюку. Наверное, они уже сделали выбор, что Марк Кондратюк будет принимать участие в этом дополнительном времени, но, наверное, советуется тому, какие именно каскады продемонстрируют спортсмены. Итак, видим, что на нем остаются Алища Попова, Дрейн Залёв, Над, Женя Семененко, ну а по Кондратюку и Камила Валеева. Ну что ж, мы готовы? И сейчас мы объявляем начало разминки.
Я тебя люблю!
Спортсмен самого высокого балла в финале Олимпийских летних равных сегодняшнего года.
Итак, Андрей Мазалёв. Thank you.
Женя, с вопросом, а что дальше? Действительно, что дальше? Жень, ты большой опытный спортсмен. Спортсмен, который своими усилиями помог. Именно успешное исполнение этого каскада позволило
в исполнении моих коллег, движение в шаге 1. Покажи, пожалуйста, вновь то, чем
статуя капитана. Но сейчас... Сейчас время юбилейного шлюзного катания Вероники Шилиной. Thank you.
Безусловно, этот рассказ для меня будет рассчитан. Посмотрим, какие баллы сейчас получили Миша за этот рассказ. Thank you.